Бийские поисковики приняли участие в подъеме останков бойцов Красной Армии в Калужской области. Трое курсантов клуба «Вымпел» в этом году в составе краевых поисковых отрядов приняли участие в акции «Вахта памяти». Отметим, что клуб «Вымпел» – единственный в Бийске, входящий в состав организации «Поисковое движение России». Курсанты бийского клуба работают на различных бывших фронтах Великой Отечественной войны. Некоторые ребята уже вернулись из экспедиции, другие лишь собираются нести свою вахту памяти. Добавим, что бийчане недавно вернулись из Калужской области, с Зайцевой горы. На этой высоте поисковики обнаружили и подняли останки 190 бойцов. Лишь троих удалось опознать. В ближайшее время все ранее неизвестные солдаты будут захоронены на родине. Также на днях с Карелии должен вернуться еще один боец бийского отряда. Он везет с собой большое количество экспонатов для музея.